Вячеслав Битаров поручил переселять маломобильных граждан с верхних на нижние этажи. Об этом он заявил на совещании в Центре реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По данным Министерства строительства и архитектуры республики, в 2017 году четверо людей с ограниченными возможностями здоровья получили специальные адаптированные квартиры в новостройках Владикавказа. А в прошлом году такую помощь оказали одной семье. Глава Северной Осетии предложил выявить количество семей, нуждающихся в таком переселении. По словам Русланбека Икаева, сегодня рассматривается вопрос переселения 20 семей с верхних этажей на нижние. По словам вице-премьера, до конца 2020 года они получат квартиры. Также участники совещания обсудили вопрос доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья медучреждений республики. Вячеслав Битаров поручил Министерству здравоохранения подготовить предложение для обустройства в каждой больнице палат для маломобильных граждан. Особенно это касается тех учреждений, где уже идут строительные работы. Это Ордонская больница и ФАПы.